Тяжелое финансовое положение, забастовки, задолженность по зарплате величиной в 60 миллионов рублей. Вот что в информационном потоке звучало про «Чувашавтотранс» последние несколько месяцев. Сейчас хорошая новость. Долги по зарплате погашены. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов. Просроченная задолженность была сформирована к середине февраля месяца в размере около 65 миллионов. И, по сути дела, с этого времени, с середины февраля до середины мая, до конца мая, сумма не увеличивалась. То есть сотрудники постоянно, периодически, в течение вот этих месяцев какую-то сумму получали. Но, тем не менее, сумма 62 миллиона – это более чем трехмесячная задолженность по заработной плате. Она скопилась, и она была закрыта единоразовым платежом вот буквально вчера. А в текущем плане в июне месяце будет до 15 числа закрыта зарплата за май месяц.